Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 16 января. Сообщают о том, что количество погибших в Днепре возросло до 40. Разбор завалов еще продолжается, сообщают, что под руинами могут находиться еще люди. По информации от полиции, на данный момент погибли 40 человек, из них деблокировано 37 человек, в том числе 3 ребенка. И найдены 3 фрагмента человеческих тел, переданы в СМЕ для идентификации. Спасены 39 человек, из них 6 детей. Травмированы 75 человек, из них 14 детей. Разыскивается 30 человек. Продолжаются аварийно-спасательные поисковые работы. Сообщают о том, что 236 квартир полностью разрушены в результате прилета ракеты в жилой дом в Днепре. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Цитирую его слова. «Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье. Так что дальше будет необходима помощь от государства. По приблизительным оценкам, восстановлению не подлежат 236 квартир. От горсовета, от городского головы мы будем оказывать материальную помощь. Также многие люди и волонтеры приносят еду и теплые вещи». Напомню, 14 января российская ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре. Последствия только что озвучил. Берегите себя, друзья, реагируйте на сигналы воздушных тревог. Всем мира, всем добра. До встречи в новых видео. Пока.